В Челябинской области стартовали всероссийские соревнования кинологов МЧС России. Они посвящены 20-летию службы. Церемония открытия прошла на территории Уральского учебного спасательного центра в поселке Новогорный. На плацу выстроились команды-участницы из региональных центров МЧС, всего 54 расчета. Уже этой ночью спасатели, их собаки, немецкие овчарки, лабрадоры выйдут на первый соревновательный этап. Поиск пострадавших в ночное время. Но пока идут дневные тренировки. Сегодня без кинологов МЧС и их подопечных не обходится ни одна поисково-спасательная операция. Несмотря на развитие новых технологий, собака остается самым эффективным, сильным и достоверным прибором для поиска. Вопрос только в том, чтобы кинолог и собака четко понимали друг друга. Ведь нужно не только найти пострадавшего, но и дать понять, где он находится. Хорошо, молодец, Гера.